рамках обеспечения занятости населения города Алматы и борьбы с безработицей акимом мегаполиса Бакыджаном Сагынтаевым была поставлена задача по трудоустройству более 70 тысяч горожан. По результатам принятых мер по трудоустройству населения было создано более 76 тысяч рабочих мест, из которых 46 тысяч по госпрограммам, оставшиеся благодаря вовлеченности граждан в проекты малого и среднего бизнеса. Тем самым уровень безработицы удалось снизить до 5,3%. Приходилось выполнять разного рода работы, начиная от демонтажа, вывоза мусора, кладки кирпичей, где-то помогал по кладке кафеля. Сейчас вот на данном этапе помогаю малярам по побелке. Основное количество безработных было трудоустроено благодаря 7 основным госпрограммам. Дорожная карта занятости, ЕМБЕК, дорожная карта бизнеса 2020, государственная программа индустриально-инновационного развития, программа развития регионов, Нурлы-Жер, а также программа развития образования и науки. При этом наибольшую занятость обеспечили первые две из озвученных. Параллельно с созданием рабочих мест были приняты меры по увеличению среднемесячной номинальной заработной платы. Таким образом, она составила 236 208 тенге, что в процентах на 6,4% выше предыдущих показателей.